Расширение антироссийских санкционных списков ударит по европейским компаниям, но ЕС пойдет на поводу у США из-за боязни агрессивной России, заявил глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Во вторник власти США объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в связи с нарушениями закона о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В черный список включены Тульское конструкторское бюро приборостроения, компания КАТОТ, НПО «Машиностроение», корпорация МИГ, Рособоронэкспорт. Также санкции распространяются на их преемников, подразделения и дочерние структуры. МИД РФ пообещал предпринять ответные меры на эти санкции. Новые санкции США нанесут ущерб и европейским компаниям. Но в ЕС снова промолчат, мифическая агрессивная Россия страшнее реальных потерь, написал Слуцкий в своем микроблоге в Твиттер. Как считают в МИД РФ, новые санкции США чреваты серьезными издержками для международной стабильности и ударят по американским интересам.